Судебная история этого коммерческого объекта началась еще летом 2014 года. Тогда сотрудникам муниципального контроля администрации города в результате проверки было установлено, что на тротуаре возведено одноэтажное капитальное строение. До настоящего момента на площади 85 квадратных метров размещались продуктовый магазин, парикмахерская и шашлычная. В октябре 2015 года Анапский городской суд обязал застройщика снести самовольную постройку, но исполнять решение судей, видимо, никто не собирался. Городские власти обратились с заявлением изменить порядок исполнения решения Анапского городского суда с возложением обязанностей сноса самовольной постройки на администрацию города. На этой неделе на пересечении улиц Калинина и Таманская полным ходом ведутся работы по демонтажу одноэтажного помещения. В понедельник предприниматели занимались вывозом товара из магазинов. Далее демонтаж проходил непосредственно внутри строения. Были убраны перегородки. Сегодня работы по демонтажу вышли на финальную стадию. Рабочие снимают пластиковые окна и вывозят холодильное оборудование.